Владивосток, 23 октября 2023 года, центр города. Время сейчас без 15:07 вечер. Ну и, конечно же, вечерние пробки. Весь центр города стоит. Сегодня была ясная погода, голубое небо, в принципе, тепло. Центральная площадь, фонтан работает, правда, почему-то без подсветки. Ну, в таком вот режиме. Спасо-Преображенский собор. Сейчас много людей стоит на остановках. Ну вот, пробки. Все красное. Луна. Видно. Ветерок. Флаги развиваются. Ну, вот такой вот вечер. Осенний вечер. Вот видите, много людей на остановках стоит. Проще идти пешком. Что-то куда-то все автобусы подевались. Там через дорогу кинотеатр Уссури находится. Почему-то в ту сторону пробка какая-то. Вот такая обстановка сейчас на дорогах. Некоторые здания подсвечены. Рабочий день уже, можно сказать, давным-давно закончился, но вот люди добираются до дому. Люди уже в куртках, кто-то даже в шапках.
здесь всякие ресторанчики. Афиши висят. Через дорогу почта, здание. Да, вечером с работы лучше не задерживаться, потому что обязательно попадешь в пробку. Малый ГУМ там через дорогу. Здесь вот дом офицеров флота. Ой, все красное там впереди. Раньше здесь вот книжные магазины были. Адмиральский сквер. Да, освещения не хватает. Вроде есть фонари, но освещения все равно не хватает. Арка триумфальная, арка цесаревича. Там видны пилоны моста Золотого. Вечерний Владивосток, осенний, под ногами листья шуршат. Бухта Золотой Рог. Мемориальный комплекс здесь. Стена с погибшими героями. Подводная лодка, музей С-56. Корабельная набережная, здесь вечный огонь горит.
Там через дорогу Пушкинский сквер находится. Ну, как-то все в темноте. Бухта Золотой Рог и мост через бухту, Золотой мост. Там внизу набережная Цесаревича. Впереди сквер Невельского. Зимой там на деревьях можно увидеть белоплечих, белохвостых орланов. Большие хищные птицы прилетают к нам зимовать. Штаб пограничных войск впереди, через дорогу. Здание музея Тихоокеанского флота. Внизу там стоят пушки, всякие орудия. На той стороне Матросский сквер, чуть ниже набережная Цесаревича. Что-то ремонтируют. Какой-то ресторанчик. Republic называется. А здесь размещается Мумитроль-бар. Он раньше был в районе стадиона «Динамо», там рядом. А сейчас вот здесь.
Вот вывеска. Вот здесь сейчас находится Муми-тролль-бар. Восьмое октября, Юрий Никулин, 100 лет со дня рождения.